Электросамокаты в Казани можно встретить на каждом углу. Достаточно скачать приложение и активировать устройство. Однако из-за происшествий и травматичных случаев власти Казани начинают бороться с кикшерингом. О том, какие ограничения можно встретить уже сейчас, в нашем сюжете. Хорошенько разогнаться получится не везде. В парках, скверах и других общественных местах действуют ограничения по скорости. В этих зонах она автоматически снизится до 15 или 10 км в час. На картах приложения появились красные зоны. В таких местах категорически запрещено кататься. Ваш самокат просто не будет там работать. Одно из таких мест – это Казанский Кремль. Несмотря на все ограничительные меры, люди продолжают активно пользоваться электросамокатами. Но зачастую большинство происшествий происходит из-за человеческого фактора. Например, можно увидеть детей, которые катаются на электросамокатах, людей, которые катаются парами, а также самокатчиков, которые выезжают на проезжую часть, и другие неположенные места. А что об этом думаете вы? Напишите об этом в комментариях, нам интересно будет прочитать.